В продолжение темы – классика дорожного ремонта. Красноярские водители сегодня утром пожаловались на укладку асфальта в дождь при подъеме с Майорчака на Копылова. Рабочих, похоже, не смущают нарушения технологий, а вот телекамер они стесняются. При нашем появлении кинулись в рассыпную. Видео и жалобы от автомобилистов мы передали в департамент городского хозяйства. Там ответили, проверят информацию и качество асфальта. Если нарушения подтвердятся, переделывать все подрядчики будут за свой счет.